но мода разная. Мода всякая, и слава Богу, что сегодня она вся будет представлена на нашем праздник. Мы впервые поддерживаем всей компанией, всем клубом. Вот, Оля Плюта нас пригласила для того, чтобы мы вместе с ней участвовали в этом фестивале. Впервые мы раньше поддерживали Мисс Запорожье, Баня Запорожье, Правобережанка и многое другое. А теперь мы решили поддерживать и конкурсы моды. Тем более такой конкурс серьезный, который знается Украина. Пожелать, во-первых, наверное, хороших спонсоров пожелать в первую очередь, потому что я смотрю, что этот конкурс держится на одной особе в большей степени, которая тянет на себе такой большой серьезный груз и решает очень много проблемных вопросов, сама все на себе, на хрупких женских плечах. Вот. Хотелось бы, чтобы клуб «Викон» тоже как-то, наверное, участвовал в этом во всем, помогал, продвигал, усилил возможности. Я думаю, что следующий конкурс, который будет 8-й, мы уже проведем совместно и более серьезно, более масштабно. Этот праздник, который называется «Случайные свидетели», мы проводим уже 6 лет. И по большому счету это тот праздник, который ждет город. Мы показываем новых дизайнеров, новые произведения этих дизайнеров. То есть смотрим на красоту, которой нам не хватает в обыденной жизни. Ну а почему в Альфе это проходит? В общем-то, наверное, тоже это своего рода какой-то есть в этом момент, потому что здесь продаются красивые автомобили Mercedes-Benz. И, наверное, мы сегодня увидим самых красивых девушек в самых красивых нарядах. Клуб проводит постоянно какие-то собрания друзей, проводит мероприятия какие-то. Но скажу одно, не хватает инициативы у клуба. И я бы еще добавил немножко, ну, как бы слово «наглость» – это плохое слово, но вот именно чего-то такого дерзкого, чтобы в Запорожье действительно знали, что да, это ребята с клуба «Виконт», они могут сделать то, чего не хватает нашему городу. Вот где-то так. Ну что, сегодня клуб «Виконт» участвует, поддерживает проведение презентации выставки «МОД». И это одна из его активностей, на самом деле очень много разносторонних акций, участий. И сегодня мы помогаем проведению этого мероприятия. Очень много людей, как вы видите, очень много молодежи, красивых платьев, женщин, девушек. Поэтому приглашаем и других бизнесменов города присоединиться к нам, участвовать в новых акциях. Спасибо. Пригласить представителей клуба «Викон». Давайте поаплодируем этим уникальным, замечательным мужчинам. Я хотел бы сейчас передать им микрофончик. Ну, я понимаю, что вам есть что сказать организаторам фестиваля. Добрый вечер, дамы и господа. Хочу поздравить вас с первым днем, с первыми днями весны. Пожелать вам, особенно женщинам, настоящего весеннего настроения и настоящего женского счастья. Ну, от мужчин, от 550 мужчин города Запорожья мы хотим на эту сцену пригласить Плюту и Олю для награждения дипломом и вручения сертификата. Оля, где? Твой диплом за неоценимый вклад в развитие индустрии моды Запорожской области в Украине. Я вам своими словами скажу, что на вот этих хрупких плечах, ну, вынести вот такой фестиваль 7-й год подряд, я думаю, что никто бы не справился, кроме нее. Вы согласны? Спасибо большое. В следующем году «Викон» будет полностью с вами. Ваше распоряжение. Спасибо. Огромное спасибо вашему клубу, что у нашего фестиваля появился друг международных друзей «Викон». Вы нас поддержали в этом году, мы вам очень благодарны за это наше время. Спасибо. Вам спасибо, что пригласили. Дипло и Кравчук Алексей от Toyota Центра скажет сейчас два слова.
дать слово к делу. Крупная карта виза от банка Дельта, которая дает право скидок по доступности телефон более чем 100 магазинов. Карта, золотая карта от Укрсибанка, кредитная, со страховкой на 30 тысяч евро. Поехали в страховку. И пусть вас уведет страховой сначала. Красные кредиты. Красные девочки. На такой случай можно положиться нашим крупным моделям, нашему самому фестивалю. Спасибо вам огромное за поддержку. Спасибо. Всем спасибо.